Раз, 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 тут только это начинается. Я так понимаю. Выставка цветов. Это выставка пион, наверное, да, получается? Может быть, потому что я что-то слышал, что они пионы, да, наверное, похоже на то, что пионы. Наверное, будет музычка еще играть. Я пытаюсь. Выставка коллекционных растений. Добрый вечер, гости нашей выставки. Сейчас в 17:00 у нас заявлена последняя лекция о пионе в ландшафте. Сегодня в 12 часов мы поговорили о том, как правильно купить пион, как правильно заложить коллекцию пионов. В 14 часов Елена рассказала про агротехнику пиона. Давай, и растет, в 17 часов сейчас мы поговорим, как пион растет в наших садах. А где мама? Пишет, а девочки, вон... пожалуйста, пионы. Сейчас мы еще немножечко это сфотографируйтесь. Итак, с каждым годом все больше пион получает популярность в наших садах. Значит, это говорит о том, что все больше людей узнают эту культуру, открывая для себя, так как появляется множество тех сортов, которых не было раньше. Именно поэтому второй год в нашем городе мы организовываем выставки, где вы можете познакомиться с этими сортами, полюбоваться, сфотографироваться и заказать корень. Все, что касается заказа корней, все координаты наши указаны. Нас сегодня 5 участников. Вы можете позвонить по телефону, вы можете в сентябре приобрести тот корень, который есть у нас в наличии, и ваш сад будет благоухать такой красотой. За целый день многие пионы, вот вы видите, сейчас еще достаточно крепкие. Это говорит о том, что сорт стойкий. Ну, какие-то сорта уже несколько дней назад были срезаны, поэтому сейчас за день при таком солнце немножечко подвяли. То есть вам сегодня здесь представлено на выставке познакомиться примерно со 150 сортами, по-моему. Может быть, даже чуть больше. Очень... важно, я хочу сказать, это для того, кто закладывает свои первые шаги в пионовой такой растительности, потому что у нас такой возможности не бывает. Не бывает и по сей день. Почему? Потому что мы периодически закупаем новые сорта и идем на ощупь, идем вслепую, выбираем сорта по описанию. Также выбираем по картинке, но, конечно, не такой картинки, которая где-нибудь в какой-то фирме. Корни за 300 рублей. Есть такой картинки, которая выложена на Авито с нашими сортами. Вот я сейчас скажу такие, конечно, не особо приятные моменты, что выставка, это, конечно, дело благородное. Мы закладываем много здесь своих сил и тратим много времени своего. Ну, городу даем возможность познакомиться с такими сортами. Ну вот есть такой минус, как теперь фотографированы наши сорта, потом бывает парит с нашими именами, мы подаем на это все это изменение. Поэтому опасайтесь, пожалуйста, мошенников, которые в этом году будут, а тоже будут. Да, да, сейчас найдем. Спросите по телефону, кто у нас.
не связываетесь с теми людьми, которые к этому не имеют никакого отношения. Сейчас минут 5 еще здесь, и мы идем дальше. Вот сейчас я вас просто предостерегаю, чтобы вы не выступили на те грабли, на которые уже наступали любители пионов в прошлом году. Пион в ландшафте, чем хорош, чем красив, почему именно об этом мы сегодня говорим, помимо цветения, которое длится от раннего сорта до позднего в течение полутора месяцев, помимо этого пион радует своим кустом, своей листвой до морозов, особенно в итогибридах. Вот здесь много сегодня представлено итогибридных сортов, это скрещенные травянистые с древовидными. И этот куст бывает декоративен до морозов. Срезать этот куст можно даже весной, не обязательно осенью. Ну, кто хочет это сделать, можно это сделать осенью. Если нет, то весной не поздно срезать старые стебли. Ну и многие травянистые гибриды тоже имеют красивые кусты. Есть сорта, которые в августе менее декоративны и покрываются...